Привет. Вы с Патриком приедете? Да, конечно. Ты надел голубую рубашку, а не ту с карманом. Он в голубой. Да. Повежливее, мистер. Ты с матерью разговариваешь. А? Прости, пап. Джон, анонировать приятно, я понимаю. Но делать это под душем не гигиенично. Господи. Задница, как у матери. Это наш новый дом. Что? Дом на дереве? Нет, настоящий дом. Мы съезжаем. Тут нас никто не найдет, Патрик. Постой, что он тут делает? Не знаю. Я боюсь его прогонять. Неизвестно, что он выкинет. Этот 15-летний юноша 4 недели назад ушел из дома. У нас есть вода, кров, сбалансированная пища. И мы ни перед кем не отчитываемся. Мы мужчины. Мы должны признать, что они ушли по своей воле. Мы не говорили, что они сбежали. Вы правы. Это типичное похищение. Они забрали наших детей, консервы и макароны. В чем дело, Джо? Ни в чем. Я хочу уйти, пока не стал таким же. Мистер Тоя, вы читали о мальчике, который кричал «Волк»? Да. Я провел детство на планете Земля. У тебя ярлык на шортах. Ты купил новую одежду? Это такая мода. Вы рады, что сбежали? Вы действительно тут счастливы? Да. Мне везде хорошо, где нет родителей. Пока ты не появилась, все было прекрасно. Ты когда-нибудь чувствовал себя мужчиной? Не знаю. Я чувствую себя каким-то бесполым.